Вот и Ивачев. Смотри, как мы чувствуем Александра Николаевича. Как вы относитесь к тому факту, что Наталья Владимировна поддерживает Алексея Навального? Это вы где видели? Но она ездила на сходку. Нет, не видел такого. Здравствуйте. Вам показать? Вам дать? Спасибо. Но в любом случае, если мы привлечем с вами внимание, уже по-другому все это будет проходить. Александр Николаевич, я вот тоже хочу привлечь подождите, ваше внимание. Журналисты потом, я не журналист, общаться. Я подождите. Бывший соратник Натальи Крыловой. Понятно, у меня к вам вопрос по поводу... высказаться. Вот я хочу Андрей высказаться. Товарищи, вот я завершаю свое выступление. Давайте, мы ожидали, что... Вы гарантируете, что он ответит на мои вопросы? Здесь начинают проявлять. Хорошо. Давайте друг друга уважать. Мы с вами пообщаемся. Обязательно пообщаемся, да? Хорошо, все. В поселке Ревкинский Асбестовского городского округа прошла сходка главного коммуниста Урала Александра Ивачева, на которую он приехал агитировать за криминальных коммунистов Асбеста Андрея Кукловода Самарина, порнодепутатку Наталью Крылову, мента-психопата Александра Пременко и примкнувшего к ним, но никуда не избирающегося, алкобарыгу фунфорями со спиртом Максим Киездакова. Ваш покорный слуга, блогер-бульдозер, узнав об этом чрезвычайном событии, постарался пренепременно задать главному коммунисту Урала Ивачеву ряд неудобных вопросов. Если есть у кого-то вопросы, у нас... Александр Николаевич. С вами отдельно. С вами хорошо. Отдельно, и с жителями, извините. Но вместо конструктивного диалога по существу, Ивачев натравил на блогера-бульдозера свору своих криминальных братков, которые решили отсекать бульдозера от спускающегося со сцены по ступеням партийного лидера. Александр Николаевич, у меня вопрос к вам. Что значит отсекай? Себя отсеки. Что это такое? Александр Николаевич, вы на вопрос ответите? Руки убери. Пременко, руки убери. Руки убери от меня, полиция! Руки убери от меня, сказал. Вот на месте, полиция, почему меня за руки хватает? Свободен. Прекрати, Пременко. Прекрати. Прекрати. Макс, давай, отсекай его. Как он говорит? Ну, в смысле, видишь? Что случилось? Ну, все. Стой на месте, я тебя забыл спросить. Почему у вас Пременко, психопат, в партии окна людям бьет, угрожает убийством? Что такое? Я с вами сейчас буду разговаривать. Что вы тут за амбалов вокруг себя собрали? Что за уголовников? Ивачев. Что случилось? Чем это указать? Ивачев. Вы ответите на вопросы граждан. Ивачев. Ивачев. Не толкайте вы меня. Макс, убери его. В смысле убери? Что, амбал? Полиция, вы будете работать или нет? Почему мне человек преграждает путь? Что вы делаете здесь? Истерика, попадем его. Истерика. Давай, иди. Макс, подними. Подними, пожалуйста. Что ты распинался, психопат? Ну что, Александр, вы ответите вот за... Я вижу, что вы провоцируете людей и ваши вот эти амбалы. Это из вашей команды. Так он мне окна бьет. Вот этот вот, Пременко. Я хочу вам вопрос задать. Почему вы не реагируете? Почему вы не реагируете на провокации ваших амбалов? А? Ивачев, ты трус, что ли? Да это вы сами трус. Ну, руки убери, что он делает? Что он делает? Почему? Смотрите, руки убери от меня. Все, давайте, стоянку. Давайте все. Сейчас у меня все упало, понимаете? Разойдемся. Разойдемся. Не, я разойдусь, когда я захочу. А не когда мне мент-психопат Пременко будет это приказывать. Да? Да? Беги, а иначе что? А иначе что? Еще окно мне одно разобьешь? Еще одно мне окно разобьешь? Что? Еще одно окно разобьешь? Когда вы пообщаетесь со мной, Ивачев? Сейчас давайте и пообщаемся. Что у вас? Почему вы не реагируете на обращение граждан? Я из Асбеста приехал.
Я из Асбеста приехал. Из Асбеста? Да. Ну давай поговорим с тобой. Давайте, только мне с вами, у меня к вам вопрос стоит. Нет. Так я тоже, вы тоже, может, представитель. Это провокатор. Нет. Если хочешь поговорить, у меня ну, задай к вам вопросов же нет. У меня к Ивачеву вопрос. Ну, по поводу вот этого субъектика. Которого? Вот стоит, он мне окна разбил. Угрожал убийством. Нет, он в партии состоит, вот этот вот человек. В какой партии? В коммунистической. Мы беспартийные. В коммунистической. А вы откуда знаете, что... Он кандидат в депутаты Думы поселка Малышева. От КПРФ. Вот почему вы думаете, что он в партии состоит? Да, конечно, я слежу за ситуацией в стране. Слежу за ситуацией. Александр Николаевич, вы так боитесь выйти и поговорить, что ли? А это не боится. Это все, что ты можешь сказать по факту. Ну и все, ты, что ты ко мне подошел-то тогда? Что ты подошел-то? Что ты ко мне мнешься-то, как девушка ко мне? Чего ко мне прижимаешься-то? Отойди, держи дистанцию. И не подходи ко мне. Если это помогает, я все подойду ближе. Я не понимаю, почему полиция-то бездействует? Идите. Почему полиция-то бездействует? Человек пинается, пихается, наступает на мои вещи, которые упали на пол. Я хочу заявление написать на него. Пиши. Давайте, пиши. Все. Пиши. Обязательно на тебя участковый мент, психопат Применко, я напишу заявление. Не беспокойся. А Ивачев трус. Ивачев трус. Так и не ответил ни на один вопрос. Обещал. Сбежал. Сбежал от неудобных вопросов граждан. Через черный вход и уехал. А я просто-напросто хотел достучаться до верхушки КПРФ с просьбой навести порядок в местном отделении партии. Если же вы не знаете, о каком коммунистическом криминальном контингенте в Асбесте идет речь, просто сделайте следующие запросы в Яндекс по видеороликам. Первое. Порнодепутат Асбеста Крылова. Второе. Мент-психопат Александр Применко. Третье. Депутат Асбеста Самарин. Четвертое. Алкобарыга Максим Ездаков. И вам самим станет все сразу же ясно и понятно, и вы сами захотите задать Ивачеву вопрос. И вопрос этот будет простой. Как так получилось, что он осознанно или бессознательно стал вдруг крестным папой всей этой криминальной асбестовской тусовочки? Ну и будет ли он нести за это в конце концов какую-то ответственность? Слышишь? Не, не слышу. По твоим биткоинам. Давай, давай, давай. По твоим ну биткоинам. Ну все, молодец. Молодец. Тебя не знаю, повесить, чмо. Молодец. Я тебя сейчас убью. Я тебе отвечаю. Давай, убивай, это. Убивай. Все. Давай. Давай, давай, удачи. Я тебя, гнида, у подъезда дождусь, я тебя завалю. Я сейчас на ментовке поеду, я тебя завалю. Тебе не жить, гнида. Все. Александр. Александр, а вы мне когда за окно заплатите? А? Или вы считаете, что бить окна и потом, значит, прятаться, это хорошо? Ну что, примерно, когда за окно ты заплатишь? А? Чего молчишь-то? Ну а что общаться-то? Ты деньги заплати за окно, да и не общайся. Зачем мне с тобой общаться-то? Через суд будем тебя взыскивать, да? Хорошо. Увидимся в суде. У вас Применко, психопат, в партии окна людям бьет, угрожает убийством. Что такое? Я с вами сейчас буду разговаривать. Что вы тут за амбалов вокруг себя собрали? Что за уголовников? Ивачев. Что случилось? Ивачев. Вы ответите на вопросы граждан. Вопрос висит в воздухе. Александр Ивачев, мы когда-нибудь услышим ваш ответ?